Нет. Жиза. Сейчас на стриме задал вопрос, а где представители Целестиал? Ни Авалона, ни Пояса, да никого из Целестиалов нет. Сказал, что хочу им задать логичный вопрос. Вот они кричали, что у них хуёвый Кэлграль, и что из-за него у них по одной две территории. Почему у них до сих пор по одной территории с крутым Ирелом Кайзером? На что Рэко им сказал, кстати, да, типа, действительно, ну, так оно и есть, импровизионное замечание. Я вам потом скину этот, ну, как это, пост. В общем, Реквием за это впрягся. То есть так оно и есть. То есть эти пиздоболы остались до сих пор с одной-двумя территориями. Оно и логично, ведь они сами их завоевывали. В общем, что, Мрак там еще пиздел, что мы пустые терры забрали, пришлось его садить. Ну, в общем, весело было. Я потом вам скину время, где я говорил. Вообще стрим особенно порадовал, как Грейд срался с Реалити и Реквием, как он с ума сходил. Но надеюсь, они теперь поняли, что он не совсем нормальный. А то он обычно против меня хуйню нет. Ситуация на карте охуенная. Я понимаю, что скоро будет открою территорию, станет еще интереснее. А, я еще забыл одну вещь сказать. Мне написали ратники. И спросили, чем мы деремся и вместе выбиваем ССМов. Я предложил им союз. Они сказали, что у них союз с волками, они завтра обсудят и вынесут решение. То есть в теории вероятен союз с волками и с ратниками, чтобы выбить ССМов. То, что Мрак там выебывается, что у нас заберет территории на следующей осаде, как бы он свои не потерял.